Ого! Сирена в городе? Сиреноголовый у нас дома! Ребята! И теперь мама с Хаги-Ваги гуляют из Кисси-Мисси среди полок товаров. Настоящий танец Хаги-Ваги. Посмотрите, как они отрепетировали. Посмотрите, он лапки тянет. Она его ходить учит в памперсе. Девочки подарили маленького Хаги-Ваги. Она с ним играется, катает его под всеми дождями. Он никому не нужен. Его бросили. Он все ждет, что из этого подъезда выйдет его хозяйка, его девочка, которую... Зачем? Зачем же вы так с ним? Он оживает, ребят. Криперы, да откуда? Ничего себе, откуда они берутся? Друзья? Ее окружает Майнкрафт. Хана тебе! Пакмен! Вау, ребята! Это же ее питомец, да. Пакмен, которого она тогда нашла на дороге. И он полный. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Хаги-Ваги в реальной жизни, всем привет! Привет, друзья, вы на Валеришка Геймс! Ребята, утренняя зарядка с Хаги-Ваги. Итак, давай. Включают песню и поехали на 3-4. Опа! Классно, друзья! Настоящий танец Хаги-Ваги. Посмотрите, как они отрепетировали. Обалдеть. Спасибо каналам, которые делают такие фильмы. Ссылочки будут в описании. Круто, дай пятюню. Все, пойду выключу музыку. Следующую историю смотрим. Кто здесь? Магазин. Мама, длинные ноги и Хаги-Ваги. Мама, длинные ноги и Хаги-Ваги в тот раз зашли в магазин. Посмотрите обязательно наши предыдущие серии. И теперь мама с Хаги-Ваги гуляют из Кисси-Мисси среди полок товаров, друзья. Просто прогуливаются по супермаркету. Класс. Следующую историю смотрим. Девочка идет. Так, Сирена. Девочка. Сиреноголовый? Серьезно? Она что-то услышала в камышах. И зачем она сюда идет? Не знаю. Маленький что сиреноголовый, брошенный в коляске. Его кто-то бросил? Че? Наверное, папа или мама сиреноголовый бросили своего малыша за ненадобностью. Божечки, я представляю, как она сейчас испугается. И что ты его бросишь? Он же здесь погибнет. Да. Ей придется взять малыша сиреноголового к себе домой. Потому что он милах. Друзья, сегодня самые трогательные, веселые и грустные истории вас ждут. Очень много мы для вас подобрали интересного. Досмотрите до конца, поддержите нас лайком. Да. Посмотрите, он лапки тянет. Она его ходить учит в памперсе, ребята. Малыш сиреноголовый пошел. О нет, это просто чудо. Иди садись на лавочку. Присаживайся, малыш. Все с детьми, а я с сиреноголовым. О, пожалуй, нам пора валить. Бабушка такая, ё-моё. Читает его, смотрите, царевна лягушка, сказку, кладет его спать. Настоящий ребеночек этот малыш сиреноголовый. Интересно, когда он вырастет, он ее схавает. Спокойной ночи. Надеюсь, нет. Сирена башка, дай пирожка. Так, опа, смотрите. Он с ней гуляет по улицам. Ничего себе. Во дворе. В школу. А, он хочет в школу. Слышишь, посмотри. Мама, посмотри, девочка идет в школу, когда я пойду в школу? Бантик. Пойдешь, вот тебе бантик, ты же у нас девочка. Это сирена девочка, угулил там челюсти. Есть, я пошел в школу. Привет. Привет, людишечки, я иду в первый класс. Ха, вы че, это что за железка? Ты кто такой вообще? Я в первый класс. Я школьник, проваливай отсюда, быстро обходи, не ходи по нашему двору, чтобы я тебя тут близко не видел. А ну на тебе, каменюка. А нет, смотри, он хватает железку. Вали, вали. Бежать надо побыстрее. Догоню, догоню, догоню. Друзья, смотрите, как он убегает. Ну зачем же вы его обижаете? Он же сейчас может развернуться и вам отомстить. Мне надоело бояться. И он включает свои сирены. О, господи. Разрываются уши. Вали, вали. Побежали в школу дальше. Какая у него походка веселая. А, он сбежал из дома, она его потеряла. Сирена, сирена, где ты? Он бежит по дороге. Подожди, подожди, не убегай. Мама, меня здесь никто не любит. Что там? Лес. Большая сирена? Там его мама? Что? Ребята, он хочет вернуться в лес, где его бросили. Ну это же мама за тобой ухаживала, а настоящая мать тебя бросила. Бантик. Смотрите, она увидела его бантик. Он действительно отправился в чащу леса. Вот он. Он не хочет к ней, что ли? Он хочет остаться в дикой природе? Он хочет, друзья, жить в лесу? Он прячется от нее. Пять лет спустя.
Друзья, он от нее сбежал, чтобы вырасти в чаще леса сам. И хавать всех людишечек. Вот смотрите, паренечек прогуливается. И ему попадается сиреноголовый, который уже вырос и стал просто наверняка громадным. Где он? Вали, мальчик, беги! Беги! Мальчик! Со всех ног. Беги, беги! Ого, вот вырос. Он! Реально здоровый, смотрите, он выше деревьев. Просто гигантский сиреноголовый прилетел. И сейчас будет нас хавать. So, bye. See you later. Привет, приветики, так. Привет. Ты кто? Hi, sweetie. Привет, дорогуша. What are you? Ты кто? My name is virus. Я вирус. I'm gonna bite you. Я коронавирус, и сейчас я буду тебя заражать. Why? О, у меня есть справка о вакцинации. Я привитая. Я не понял. Я такого не ожидал. Свали. Ребята, долбануло его. Ого! Ого! Сирена в городе! Сиреноголовый у нас дома! Ребята! Жестяк! А ну не дуди нам тут! Дети спят! У меня маленькие дети! Сирена, нужно быть потише. У нас во дворе шуметь нельзя. Залазь ко мне на балкон, я тебя тут покормлю вкусненько. А как он залазит? Ну, не знаю. Не надо. Ребята, представьте, какой он высоты, если он на уровне 7 или 6 этажа. Следующую историю смотрим. Так, что там? Инопланетяне существуют! Это корабль пришельцев, смотрите, он пролетает как раз над ее домом. Девочка. Друзья. Девочка, тебя может не стать уже сейчас. Девочка, мягко говоря, в шоке. Ох ты! Смотрите, они как будто бы что-то сбросили. Так, сзади! Сирена! Девочка снимала тикток, сирена сзади появился. Жестяк, она этого не ожидала. Снимает себе видосик. Я такая красивая. Ой, блин, что за нафиг? Просто между домами ходит. Красота. Хаги. Ребята, история про Хаги-Ваги. Да. Смотрите, маленькая игрушка. Да. Девочки подарили маленького Хаги-Ваги. Она с ним играется, катает по его горочку. На горках. Блин, упал. Так, пойдем. Ребята, так. Будешь кататься? Будешь кататься на самокатике? Ну, поехали. О, смотрите, он держится. Да. Классно. У него липучки на руках. Видимо, любимая игрушка этой девочки. Ну, давайте смотреть, что будет дальше. На качели. Катает его на качели. Для малышей. Ухаживает за ним. Просто играет с ним, как с живым, друзья. Интересно, он оживет? Давайте посмотрим. Как вы думаете, напишите. Да. Ого, она его раскатала. Сейчас Хаги притошнит. Подружки с ней гуляют. Все, короче, очень веселое детство. Так. Хороший. Садит его. Обычный, друзья, двор. Ты моя любимая игрушка. Да, ты моя любимая игрушка, Хаги-Ваги. Блин, мама бросила. Зовет домой. Мама зовет домой кушать. Ля-ля-ля. Забыла? Он что, шевелится? Да нет. Ребята, он шевелился. Это ветер на ее. А, ветер? Она его забыла на лавке, что ли? Она уйдет домой без него? Она ничего катается себе. Ого, она запуталась как. А Хаги на нее смотрит. Все неужели? Ждет ее. Да, ждет. Пойдем, дочка, домой. Ну ладно, мам. Пойдем. Пришла бабушка. Говорит, пойдем домой. Друзья, и он видит, как она уходит. Ты ничего не забыла вообще-то на лавочке, девочка? У тебя там Хаги ждет. Его забыли, друзья. Он остался сидеть на этой лавке, но сейчас же стемнеет. Его могут дождь украсть. Пойдет. Дождь пошел, погода портится, осень наступает. А Хаги все на лавке. Сидит. Посмотрите, сидит и ждет. Под всеми дождями. Он никому не нужен. Его бросили. Он все ждет, что из этого подъезда выйдет его хозяйка, его девочка, которую он так любил, который так был предан. И заберет ее домой. Но уже зима наступила, уже снег пошел. А он все сидит. И никто не выходит. Никто про него не вспоминает. Никому он оказался не нужен. Друзья, его все забыли. Ночь наступает. Какая холодная зима. Ребята, его никто не замечает. Почему же та девочка, она что, каждое утро идет в школу, наверняка этой дорогой. Неужели она не может вспомнить о своей потерянной игрушке? А что он сидит там и ждет ее? Значит, он ей просто, друзья, не нужен. Вот какой я сделал вывод. Друзья, напишите в комментариях, какая история вам сегодня понравится больше. Мальчик пришел с молотом, с этим, с тяпкой Майнкрафта. Ой, блин, Хаги. С киркой. Ой, Хаги, я тебя сразу не заметил. Да. Че, возьмешь его с собой? Ну забирай хоть ты его себе, дружочек. Раз он девочке не нужен, может быть, хоть ты с ним грязный поиграешь. Грязный ты немного. Грязный. Ничего страшного. Я пошел нафиг. Выбросил его. Ну зачем он так с ним? Как жалко Хаги-Ваги, ребята. Он шевельнулся.
Ого! Ребята об него спотыкаются. Зачем? Зачем же вы так с ним? Зачем вы так с этой игрушкой? Какие злые, жестокие люди. Он оживает, ребята. Он такой, чё? Хаги-Ваги больше не кукла и не игрушка. Привет. Он оживает. И ты меня пнул. Ты зачем сейчас меня я пнул? Тебя пну. Я маленький, меня нельзя обижать. Нет, не бей меня больше. Не-не-не-не-не. Да. Чё? Это подожди секунду, побудь на линии. Тут на тебе. Лети. Ребята. Он приземлился. Приземлился ну, на лапки. Ну ты вообще даешь. Я тебя предупреждал. Тебе конец. Не нужно было меня злить. Он вырастает в огромного Хаги-Ваги. Да. На пол двора. Ребята. Тебе хана. Вау. И что? Теперь я тебя пну как-то. Будет дубасить его. Пойдем. Я тебя предупреждал, дорогушенька. Нельзя было со мной так себя вести. Меня и так тут судьба особо не жалует. Меня тут все побросали. Поэтому на тебе, я сделаю так, как ты со мной поступил. Блин, упал. Мальчик, ну что ж такое неуклюжий? Давай, давай, быстрее. Побежали. Вали, вали, бежать надо. Это она? Это нет. А, это та девочка, которая выросла уже. Друзья, сколько же времени прошло. Посмотрите. Ты плохой мальчик. Ты меня здесь бросил. Блин, надо запустить. Она хочет его снять. А, она хочет его переместить в какой-то другой мир. У нее есть специальный датчик SCP 0137. Да хватит, алло, привет. Хватит. Привет, это же я, помнишь? Ты со мной маленькой был моей игрушкой, когда я была в детстве. Пока! Я тебе не нужен, прощай. Ты больше меня никогда не увидишь. Чего? Он что, реально бросил, убежал от нее? Ну да, друзья, он же ей был не нужен. Да. И он никому не был нужен пошел. В этом дворе. Его все обижали. Он обиделся, расстроился, ты друзья. И пошел гулять по городу. И отправился просто в посадку из этого жилого комплекса. Да. Расстроился, плачет, друзья. Пошел. Кому жалко Хаги-Ваги, ставьте лайк, напишите в комментариях, какая история вам понравилась сегодня больше. Он вспоминает, каково эта девочка любила, когда еще была маленькая. Когда выросла, она его даже не вспомнила. Друзья, вот такая вот грустная история. Про Хаги-Ваги в реальной жизни во дворе. Так, кто там? Еще один двор. Ого! Ого, какой динозаврище! С прической, блин! Ничего себе! Сыграет в волейбол с девочкой! Класс, ребят! Зашпулил мяч! Дыра в стене! Блин. Ой, смотри, там мужчина душ принимает! Полево! Попался, красавчик! Вот это да! Дырочка в стене! Закрыть надо шторку! Так, смотрим нашу следующую историю. Девочка гуляет. Кто тут? Вау! Крипер! Крипер? Откуда он вырос? Девочка, вали! Девочка, ребята, беги! Ребята, Майнкрафт у нас во дворе! Посмотрите, еще один крипер! Целая куча! Они хотят ее взорвать, девочка. Что ли? Девочка, возвращайся! Пожалуйста, помогите! А, она зовет Рекса! Помните, друзья? О, да! Этого Рекса, это ее ручной динозавр! И сейчас он будет их всех кушать! Я люблю криперов! Смотри, они могут себя взорвать! Блин, валим! Просто раскрошил. Они такие, скушал, блин, крипера. Не успели убежать. Они его заразили, и он стал Майнкрафт Рексом. Девочка, труба тебе. Беги! И прячься. Прячься куда-нибудь. Закрыта дверь. Вот это капец. Он что, ее съест? Рекс, неужели ты не помнишь свою хозяйку? Криперы? Опять криперы рождаются. Криперы, да откуда? Ничего себе, откуда они берутся? Друзья. Ее окружает Майнкрафт. Хана Пусть тебе! Пакмен! Вау, ребята! Это же ее питомец, да. Пакмен, которого она тогда нашла на дороге. Пакс. И он полностью ее защищает. Всех пострелял, и весь Майнкрафт рассыпался. Хозяйка, я спас тебя! Пакмен! Вот и я тебе пригодился. Добро всегда будет вознаграждено. Ура. Правда, я классный питомец? Да. Мой хороший, идем, я тебя на зарядочку поставлю, подзарядим тебя чуть-чуть. Ты меня спас. А то ты не можешь. Мой спаситель. Пойдем, угощу тебя этим печеньком. Пойдем. Друзья. Ты. Классно. Конец. И Пакмен. И Пакмен такой поедатель. Скушал. Да, друзья, поддержите лайком эту серию, напишите в комментариях, какая история вам сегодня понравилась больше. Смотрите все видео на Макс, на Сим, на Плей, на Геймс, на Фэмили. И смотрите наш новый канал Gamebox, где просто игры. Ссылочки все в описании. Переходите, жмите, не пропускайте новые серии, подписывайтесь, жмите колокольчик. Всем пока-пока. Вы на самые лучшие. Пока.